Друзья, всем привет, с вами канал Китайфак. Сегодня на распаковке у нас новый лазерный приемник от компании Fireco. Этот приемник все ждали очень долго. Пришел вот в такой упаковочке, как всегда, быстро. Давайте скроем, посмотрим его поближе. Приходит вот в такой коробочке. Внутри лежит кронштейн для крепления на рейку и сам приемник. Выглядит вот таким образом. Сделан приемник довольно симпатично, неплохо собран. Сверху имеется пузырьковый уровень для более удобного расположения приемника. Две кнопки включить-выключить и кнопка отключения звука. Также уровень пузырьковый имеется вот здесь на корпусе. Сигнал можно смотреть как с этой стороны, так же сбоку и сзади. То есть дублируется практически по всем сторонам. Сделан корпус в таком же дизайне, как и сам прибор. Работает от 9-вольтовой батарейки типа Крона. Батарейный отсек хорошо закрывается, есть резиновая прокладка. И также есть риски для отмечания точки. То есть, когда уровень ловите, линию, вот по этой риске отмечаете. Кронштейн крепится очень просто. Вставляете в резьбу, прикручиваете, и все, верхняя часть кронштейна получается ровно совпадает с риской. То есть, когда по рейке вводите приемник, то риску отмечать очень удобно. Зажим крутится очень хорошо, очень быстро. Здесь с одной стороны есть такая резиновая накладочка. Да, приемник стоит на сегодняшний день в районе 2500 рублей. Ссылку на него оставлю под видео. Так, ну давайте включим его и посмотрим. Так, друзья, вот я ставил батарейку. Все управление сводится к двум кнопкам. Включить-выключить. Вот приемник включен. И включение-выключение звука. То есть сейчас прибор со звуком работает. Нажимаете один раз, работает без звука. Снова нажимаете, снова со звуком. Чтобы выключить прибор, надо опять нажать на кнопку выключения. Если его не выключить, то через 20 минут он сам выключится автоматически. Этот приемник разработан специально для модели Fireco 3D. Как вы знаете, есть две версии. Это старая версия Fireco 3D, это новая версия, которая поставляется сейчас. Все отличие у них в том, что у старой версии постоянно горит горизонт, то есть его нельзя отключить, то есть он постоянно будет гореть. И также у него нет возможности перевести лазерные лучи в режим для работы с приемником. Как на новой версии, при зажатии этой кнопки на 5 секунд линии начинают гореть тусклее. Здесь такого же нету, вот я жму уже буквально 10 секунд и они не тускнеют. Поэтому приемник, скорее всего, с ним работать не будет. Но сейчас мы проверим. Новая же версия. Здесь включаются все плоскости по отдельности. То есть сейчас вот горит горизонт. Отключается горизонт, включается одна вертикаль, вторая вертикаль отдельно, две вертикали и все вместе. По сути, самый идеальный алгоритм переключения плоскостей. И также при удержании этой клавиши буквально на 5 секунд линия начинает гореть тусклее. Вот видели, сейчас линия перешла в более тусклый режим, пульсирующий. В этом режиме приемник как раз и будет работать с ним. Так, ну давайте сейчас проверим работу приемника с новым прибором и со старым прибором. А также проверим его совместимость с некоторыми другими лазерными уровнями с красным лучом. Так, друзья, давайте первым делом посмотрим новую версию, которая сейчас поставляется. То есть включаем режим работы с приемником. Вот линии начали у нас гореть тусклее. И давайте включим наш приемник. И начинаем вести. Здесь расстояние небольшое, поэтому он реагирует заблаговременно. То есть вот когда по центру становитесь, начинает идти постоянный звук. Звук можно отключить. Также огоньки, видите, синхронно появляются со всех сторон. То есть это очень удобно на самом деле. Да, приемник работает до 50 метров на улице. То есть яркую солнечную погоду свободно можно размечать. Так, давайте теперь проверим старую версию. Так, друзья, светит сейчас уже старая версия Fireco 3D. Включаем наш приемник. И как я и говорил, он его не видит. Поэтому при покупке приемника обязательно смотрите, какая у вас версия 3D уровня. Так, предлагаю сейчас по очереди проверить все красные уровни с режимом работы с приемником, который у меня есть. Давайте начнем с Fireco F190R. Так, вот наш Fireco 190R. Здесь уже есть отдельная кнопка для включения режима работы с приемником. Вообще, кто не видел обзор на него, можете посмотреть, перейдя по ссылке в верхнем углу. Давайте включим и посмотрим, будет ли приемник работать с ним. Включаем режим работы с приемником и смотрим. Так, включаем наш приемник. Так, отлично, он с ним тоже работает. Так, друзья, вот второй прибор, который работает с этим новым приемником. Список совместимых приборов с этим ресивером я оставлю под видео, так что переходите, смотрите. Так, давайте проверим следующий уровень. Это Fireco 118L.
Так, друзья, вот эта модель. У него также есть отдельная кнопка для включения режима работы с приемником. Очень интересный, неплохой прибор с отвесом. Обзор на него также можете посмотреть, перейдя по ссылке в верхнем углу. Включаем прибор и переходим в режим работы с приемником. Да, друзья, и также, в принципе, с этим Firecore приемник отлично работает. Отлично. Так, мне есть еще два сторонних прибора, Клубиона и Лайсай с красными лучами. Давайте проверим их, будут ли работать. Следующий уровень — это Клубиона PR94T. Сейчас плоскости горят в обычном режиме, удерживаем в районе 5 секунд и линии начинают гореть тусклее. Это означает, что уровень перешел в режим работы с приемником. Давайте проверим, будет ли работать приемник Firecore с этим лазерным уровнем. Да, кстати, обзор на него также можете посмотреть, перейдя по ссылке в верхнем углу. Очень неплохой уровень. Отлично, друзья. Приемник Firecore совместим также с лазерным уровнем Клубиона 3D. И давайте посмотрим последний уровень, который есть у меня с красным лучом. Это уровень Lightsai. У него также есть отдельная кнопка для включения режима работы с приемником. Кстати, очень классный уровень. Посмотрите обязательно обзор на него. Мне лично он очень нравится. Ну давайте включим и посмотрим, будет ли работать с ним приемник. Так, включаем наш приемник Firecore. И вот, как видим, с Лайсаем он уже не совместим. Так, друзья, что мы имеем? В общем, неплохой приемник, сделан очень хорошо. Совместим с многими своими моделями от компании Firecore. И также вполне совместим и с другими лазерными уровнями от других производителей. Как я говорил, список совместимых приборов из сегодняшнего теста я оставлю под видео. Но если вы хотите заказывать его для другого прибора, не из списка, то, конечно, лучше уточнить это опытным путем. То есть именно надо проверить, приемник совместим с ним или нет. Других вариантов не может быть. Друзья, на этом все. Подписывайтесь на канал. Впереди еще много интересного, много новых приборов. Жду от вас пальца вверх. Всем добра, пока-пока.